До осенних и зимних холодов, как говорится, рукой подать. Тем временем в барнаульском поселке Новоселикатный продолжается капремонт жилья. Сразу в 7 многоквартирных домах ранее их никогда не ремонтировали. Нормального ремонта в этих домах в поселке Селикатный никогда не было. Жители рассказывают, протекала крыша, из-за этого подтапливала верхние этажи. И это неудивительно. Дома строились на скорую руку еще в 60-х. Оттого и потребность в ремонте была большая. Сейчас в работе 7 домов на улицах Благовещенская, Новосибирская и Суворова. 3 дома ремонтируют комплексно. На Благовещенской 2, 14 и Новосибирской 18. Кстати, здесь, прежде чем начать работу, вывезли 10 КАМАЗов птичьего помета. Водоснабжение поменено полностью, все. А по кровле выполнено, деревянные конструкции на 70% заменено. Ну, ждем хорошей погоды, чтобы закончить полностью. В домах на Благовещенской ремонт также идет полным ходом. Здесь частично восстановили кирпичную кладку под окнами домов, а сейчас работают на крыше, меняют балки, а также ремонтируют карниз. И при этом проблем жителям дома не создают. На время ремонта у нас никаких проблем нет. Вокруг дома чисто, все убирается вовремя, работа идет, мы все довольны. И вот даже на время ремонта мы боялись, что будут дожди и нас затопит, нигде ничего не топит. Уже готовится к приемке и дом на Благовещенской 12. Здесь также восстановят крышу. В целом в Алтайском крае до конца года подрядчики отремонтируют 243 дома. Большую часть до прихода холодов. Все для того, чтобы жители региона зиму встретили в тепле. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости.